Не, подойдет, а ее надо живьем еще играть. Слушатель не только видеоряд был близок, но и музыка. А чтобы, если убрать видеоряд, чтобы музыка была как самостоятельная. Вот тогда она интересна, а так она будет просто иллюстрировать прикладного характера. Как вот? Не знаю, для меня это очень... Впервые я сталкиваюсь. А трагедию подставишь? Ну, слишком масло масляное. Представляешь, на добре играет вообще мимо. И вот так долго. А сделаешь там какой-нибудь луп, посадил там музыку. Сложнейшая задачка. Ну вот, смотри, стройка идет. Ну что, какая здесь музыка? Я только слышу Шостаковича, какую-нибудь симфонию поставил и пошел там. Представляешь, это и так 10 минут. Потом 10 минут там поезд, там вот эти вот. Тем более живой оркестр будет играть. Это я вам показал, чтобы поставить, и все, я сразу понял, ва! И сейчас вот повторилось точно, дежавю. А вот, представляешь, что время топеры играли, а что, они же какие-то поп-музыку играли, какие-то там популярные, там, вообще мимо же. Представляешь, там серьезный кадр, а это очень парит. Интересно, пятый час надо с пафосом заканчивать, да? Там такое, там, футуризм, там, да, там будущее, там, для там Маяковский такой, во весь рост. И типа вот такую музыку давайте поставим, как моя труба с голосом. Смотри. Да. Нам сейчас каждую часть поставить музыку, где-то дополним. И когда мы все выстроим от начала до конца, у нас, слава богу, две части есть, они очень классные будут. И вот эти вот с этими фишками сделать the best. Они замутили, и я сам... Страдаете. Страдаю. Придумали вашу голову.